Итак, всем привет, други мои. Сегодня вы вот видите, я начал изготовление стеллажа нового. Под компьютер, под мои фотоштативы, вот такой вот стеллаж будет 60, вот так вот 60 на 40 сантиметров. Такая вот полочка будет, и вот мне надо просверлить вот тут вот и вот тут вот отверстие для стеллажа. Значит, сверлить я буду вот этой вот дрелью. Вот вы видите ее, да? Вот. Вот этой вот дрелью буду сверлить. Уже тут намечены вот эти вот дырочки. Осталось только просверлить. Сейчас начну сверлить. Так, стеллаж будет высотой 2 метра 10 сантиметров. Повторюсь, 40 на 60 сантиметров будут полочки. Будет 5 полок, 5 вот этих вот стеллажей. Мне надо просверлить 20 дырок. Сейчас начинаю сверлить. Все. Так, сверлю. Так, надо встать. Начал сверлить, вы видите. Пошло. Так, по-моему, одно отверстие уже просверлил. Сейчас еще посмотрю. А, нет, ты не просверлил. Сейчас посмотрю.